Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. И сегодня я расскажу вам о следующем. Ателье Apt представило новый проект на базе Audi RS4. Уникальный Mercedes R63 AMG выставили на аукцион. Новый Porsche Macan может стать полностью электрическим. В Audi рассказали о планах на текущий год. Aston Martin хочет построить еще несколько кроссоверов. Ford Ranger получил продвинутый пакет для бездорожья. Ателье Apt продолжает улучшать автомобили семейства RS. И вот черед дошел до заряженного универсала Audi RS4, который в прошлом году пережил плановое обновление. Как всегда, ребята предлагают очень аккуратный тюнинг, который касается не только визуальной части, но и технической стороны автомобиля. В результате заряженный универсал получил довольно существенную прибавку к мощности. Его 2,9-литровый V6 выдает 530 сил и 680 ньютон-метров крутящего момента. Напомню, что в стоке этот мотор выдает 450 сил и 600 ньютон-метров крутящего момента. Такой прибавки удалось добиться благодаря установке высокопроизводительного комплекта водяного охлаждения, дополнительного забора воздуха и фирменного программного обеспечения. Если для вас такая мощность избыточна, в компании предлагают промежуточный вариант на 510 сил. А вот динамические характеристики, увы, пока не сообщаются. В ателье также предлагают целый комплекс по доработке подвески. Так, за отдельную плату универсал можно оснастить спортивными стабилизаторами поперечной устойчивости для передней и задней оси, а также установить пружины с регулируемой высотой. Из внешней атрибутики в компании предлагают 20-е диски с алмазной отделкой, небольшой спойлер на крышку багажника и выхлопную систему из нержавеющей стали. А салон можно украсить карбоновыми вставками и фирменным логотипом компании. Кроме того, в Apt предлагают огромный перечень уже готовых вариантов отделки интерьера. Это Mercedes R-класс. Очередная неудачная попытка немецкого производителя влезть в массовый сегмент автомобилей. Мало кто знает, но у этого премиального минивэна была еще версия от AMG подразделения с индексом R63. Такой вариант оснащался 6,2-литровым V8 на 510 сил и 630 ньютон-метров крутящего момента. А короткобазная версия с таким мотором набирала первую сотню за 5 секунд ровно. Да, с таким минивэном можно и детей в школу свозить, и на светофоре кого-нибудь наказать. К чему я все это? На одном из аукционов США была выставлена точно такая же модель с шильдиком AMG. Правда, с очень небольшим отличием. Отдача конкретно этого экземпляра 2007 года выпуска составляет 700 лошадиных сил. Нет, это не заводские показатели. Просто автомобиль пережил небольшой тюнинг с установкой нагнетателей от Wastec, новой выпускной системы и ряда других элементов, что привело к такому вот результату. Увы, но динамические показатели не сообщаются. Зато известно, что общая стоимость автомобиля, включая тюнинг, оценивается в 91 915 долларов. Новый Porsche Macan может стать полностью электрическим. Об этом стало известно благодаря новой утечке внутри компании, источником которой оказался член исполнительного совета Porsche Майкл Штайнер, который в личном интервью подтвердил, что полностью электрическая версия Macan уже находится в разработке. И в планах компании начать производство новой модели уже в 2022 году. А это значит, что мировая премьера может состояться уже в следующем году. Увы, но каких-то технических подробностей господин Штайнер о будущей новинке не сообщил. Хотя ранее автомобильное издание Motor1, ссылаясь на свои источники внутри компании, сообщило, что новинка получит двухмоторную силовую установку с отдачей в 700 лошадиных сил. А с 2024 года кроссовер может и вовсе лишиться бензиновой версии.
Учитывая сегодняшнюю ситуацию на автомобильном рынке, такой сценарий развития кажется вполне реальным. К тому же, Macan является одной из самых продаваемых моделей компании, так что это будет довольно смелый шаг. Audi провела очередную пресс-конференцию, на которой рассказала о планах на будущее и о кое-каких изменениях в модельном ряде. Итак, немецкий производитель планирует в течение этого года представить около 20 новых моделей, среди которых будет обновленный кроссовер Q2 и абсолютно новая модель Audi Q5 Sportback. Общим силуэтом она будет напоминать Audi e-tron Sportback, а основными конкурентами в компании называют BMW X4 и Mercedes GLC Coupe. Как-то поздновато в Audi проснулись. Кроме этих двух моделей, немцы представят еще 5 гибридных и 4 полностью электрических автомобиля, среди которых будет долгожданный Audi e-tron GT, который разделит платформу с Porsche Taycan и, по сути, станет его более доступным вариантом. Ну а теперь о неприятном. Как заявил финансовый директор Audi, электромобили пока не так прибыльны, как их братья на ДВС. Но в компании хотят исправить эту ситуацию и перебросить часть расходов на разработку новых электрокаров, в связи с чем в Audi хотят избавиться от некоторых моделей, которые на данный момент приносят меньше всего прибыли. Увы, но имена этих моделей не были озвучены. Но мы и так знаем, что в их число входит Audi TT. И по некоторым слухам, под нож может попасть и Audi A5. В 2025 году у Audi должно быть около 30 электрифицированных моделей, из которых 20 будут чистыми электрокарами. В прошлом году компания Aston Martin представила свой первый за всю историю кроссовер. И как оказалось, он будет не единственным. Об этом сообщил в недавнем интервью креативный директор Aston Martin Lagonda Марек Райхам. По словам Марека, британцы хотят вывести на рынок еще две версии DBX, которые дадут возможность компании захватить еще несколько сегментов рынка. Речь идет о версии Cross Coupe, которая составит конкуренцию BMW X6, Audi Q8 и Mercedes GLE Coupe, и о семиместном варианте, который будет бороться за покупателя с BMW X7 и Mercedes GLS. Учитывая, что у компании не лучшее финансовое положение и Aston Martin по уши в долгах, обе версии будут построены на той же платформе, что и обычный DBX. Причем в компании не собираются сжимать или растягивать колесную базу. По словам Марека, размеры будут регулироваться за счет длины самого кузова. А отделка интерьера и силовые агрегаты будут плюс-минус такими же. Ford Ranger получил продвинутый пакет для бездорожья. За это стоит сказать спасибо ателье Automotive Performance Group, которые уже достаточно давно занимаются подобными проектами. В данном случае кастомный Ford Ranger получил расширенные поперечные рычаги, более крупные приводные валы, а также новые крепления для колес. В результате автомобиль можно обуть в колеса диаметром 35 дюймов, которых должно с лихвой хватить для преодоления даже самых сложных преград. А также на пикап можно установить подвеску с амортизаторами King Off-Road с запасом хода в 32 сантиметра и получим прекрасный вариант для бездорожья. Кроме технических улучшений, в ателье предлагают за доплату новый передний бампер с лебедкой и дополнительными фонарями, огромные расширители арок и массивный багажник на крыше, выполненный из алюминия, со светодиодными фонарями по периметру. Стоимость такого удовольствия оценивается в 16 тысяч долларов, без учета резины. Друзья, и как всегда, небольшой опрос в конце ролика. Как вам такой тюнинг для Ford Ranger и какие альтернативы вы можете предложить? Как всегда, оставляйте свои комментарии под этим видео. А у меня на сегодня все. Не забывайте о нашем Instagram, в котором есть календарь автомобильных премьер, где вы сможете узнать о всех важных презентациях, которые должны состояться в ближайшее время. И не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для нас это очень важно. Всем удачи, пока!